Приятного просмотра! А спонсором сегодняшнего видео выступает лучший магазин по продаже самых дешевых робаксов с моментальной выдачей rbx3.com. За 33 рубля вы получаете целых 100 рубаксов. Ребята, вы когда-нибудь такое видели? Также в честь открытия Robux 3 уже провели конкурс на 10 тысяч рубаксов. Скоро будут еще конкурсы, чтобы все могли выиграть рубаксы. Заходи на сайт, делай самые выгодные покупки с robux3.com. Ребят, всем привет! Вы на канале Smile Freddy, и мы с вами продолжаем играть Mega Noob Simulator. Смотрите, я только зашел на сервер, и меня встречают мои подписчики. Привет, ребята! Сегодня, ребята, я вам покажу, что я попал в еще один топ в этой игре. Но этот топ, ребята, не связан никаким образом с ребертами. В ребертах вроде бы я тоже остался в топе, ребят. Но, посмотрите, я баг вам не показывал видео. Поэтому кто-то все-таки сам, ребята, смотрите, смог догадаться до этого бага. Ну и им воспользовались. Смотрите, ребят, 138 ребертов у кого-то. У меня 61, я на последнем месте. Но зато, ребята, в этом топе я на первом месте. Этот топ у нас PvP, ребята, смотрите, 243 убийства у меня в Колизее. И сегодня, ребята, я хочу подраться с кем-нибудь в Колизее, чтобы увеличить это количество. Не знаю, получится у меня или нет. Я вроде бы всех крутых питомцев, которые мне сейчас будут нужны, я экипировал. И давайте мы попробуем подраться вот с этими ребятами. Посмотрим, насколько я силен и смогу ли я просто убивать обычных ребят. Вот, смотрите-ка. Здравствуй, здравствуй. Ну-ка, а ты толстенький, слушай. Я его, ребята, все-таки убил. Знаете что? Мне, наверное, пауэр нужен все-таки другой. Хотя вот этот пауэр классный. Вот это ты мощный! Он меня убил, ребят. Он меня убил, и я его убил. Вот это да! Вот это... Слушайте, подождите-ка, или меня не убил он? Что происходит? Я снова здесь появился. Не понял. Он меня убил или нет? Что-то я не понял, ребят, до конца. Давайте мы, знаете, все-таки вот этот экипируем, потому что заморозка лучше. Вот так, вот так, вот так, вот так. Замораживайся. Чего ты не замораживаешься? Вот, все, я его убил, ребят. У меня питомцы на атаку, на... Ой, еще кто-то. Сразу же, смотрите, смотрите. Вот так, замороженный. Замороженный. Все, он умер. И он меня почти убил. Офигеть, у него фаер. Фаер, ребят, есть. Давайте мы... так, давайте выйдем отсюда. Я сейчас еще одену фаера. Мне что-то подсказывает, что фаер нам реально надо, потому что фаер один из самых крутых питомцев. Так, ну и можно попробовать вот этого Devil Нуба, например, да? Давайте попробуем его. Я его не пробовал, ребят, ни разу. И сейчас попробуем с вами затестировать. Ребят, и у меня для вас очень хорошая новость. Я в скором времени зайду на тестовый сервер, а может быть уже зашел, может быть вы уже видели это видео, где я вам покажу... Вот, смотрите, смотрите, как классно я их уничтожаю теперь. Вау! Я вам, ребят, все покажу до выхода официального обновления. Это реально очень круто. И, ребят, в комментариях пишите, что бы вы добавили в эту игру. Самые крутые идеи, ребят, я напишу разработчику, и мы вместе с вами посмотрим. И, возможно, он именно вашу идею добавит и реализует в игре. Ребят, смотрите, пытается от меня убежать, но от меня не убежать. Вот так вот. И, смотрите-ка, они мне сейчас, получается, помогают попасть в топ, ребят, смотрите. Потому что я делаю киллы. Вы что не огрызаетесь-то? Давайте мне тоже киллы делайте, ну-ка. Что-что, я тоже рус, что-что, они же понимают, да, наверное, что я Smile Freddy, ну, они русские и пишут на русском, ребят, походу они понимают, и мы вместе с вами сейчас будем апать себе все больше и больше. 251 у меня уже, ребят, 251 PvP, вот так вот я, ребят, PvP-шусь со всеми. И поднимаю себе PvP-статистику. И поэтому я, ребята, в топе. 251 убийство сделать реально очень сложно. Ну что, кто вы там? Выходите, давайте сражаться со мной. Вот, кстати, кстати, ребят, еще для вас очень серьезная новость. Я же, помните, в лифтинг-симуляторе заходил на сервер нубиков, и там все были нубики. Здесь, ребята, то же самое. Здесь то же самое, и в скором времени, ребят, я зайду, и мы вместе с вами посмотрим на этих нубасиков, посмотрим, что они там вообще делают. И мы, возможно, даже с вами устроим вот такие вот спарринги и посмотрим, кто же из нубиков будет сильнее, чем я. Ну и потом посмотрим, если какой-нибудь нубик сможет меня одолеть, ребят, мы сделаем настоящий чемпионат нубиков и посмотрим, кто же из них самый сильный. И сделаем, знаете как, сделаем чемпионат на робуксы, ребят, чтобы первое место, тот, кто займет первое место, выиграл робуксы. И, ребят, если вы хотите в этом поучаствовать, заходите обязательно
обязательно на наш Discord сервер, и я посмотрю вашу заявку в актеры, ребят. Знаете как? Заходите на наш сервер, ребят, Smile Freddy, там у нас вкладочка есть набор в сериал. Пишите туда, ребят, свои ники и так далее, я вас добавляю, одобряю в актеры, и все, вы можете спокойно участвовать и выигрывать робуксы и показывать всю свою мощь, реально, ребят. И если вы хотите в этом поучаствовать, обязательно заходите на наш Discord сервер и подавайте заявочку в актеры. Ой, смотрите, а что это сейчас было? Мне два ПВП, ребят, дали, вы видели? Смотрите, теперь у меня 258 ПВП. А может быть, мы сегодня с вами попробуем сделать мне 300? Если будет 300, реально будет прикольно. Что-то не хотят они заходить, ребят. А вот все-таки зашли, ребят, смотрите. Ты че вы не деретесь-то? Писала. Я в... Писасла. И Дениса Савелов. Савельев. Как правильно, я не знаю. Извини, если неправильно прочитал. Вот они, ребят, смотрите. Они все сюда приходят и со мной сражаются. Ребят, кстати, да, разработчик реально очень сильно меня просил не выкладывать видео с багом. Возможно, когда выйдет обновление, я все-таки выложу, и вы посмотрите просто, как этот баг раньше работал. Ого! Он меня победил, ребят, ничего себе! Вот это ты красава! Я раз 20 их сейчас побеждал, ребят, но меня тоже кто-то завалил. Смотрите, теперь они сражаются там, да? Не, никого нет. Давай заходите сюда, я вас жду! Ну все, ребят, у нас забаговался, смотрите, забаговался Колизей, и я почему-то не могу больше ни с кем сражаться, но спасибо вам, ребятки! Я на вас поднял себе немножечко статистики. Теперь, ну да, смотрите, все забаговалось, давайте посмотрим. Я, ребята, все равно на первом месте, и у меня сколько? 259 уже убийств, ребята! Я попал в этот топ. В этот топ, кстати, попасть, мне кажется, чуточку легче, потому что надо драться в Колизее. Но по ребертам, ребят, ну, с багом, само собой, легко. В принципе, ребят, смотрите, давайте я вам сейчас докажу, что без бага прокачиваться тоже очень легко. Смотрите, ну, у меня, ладно, 61 реберт, это, конечно же, нехилая такая прокачка. Давайте мы с вами сейчас телепортируемся фаст-тревелом в космос и попробуем сделать себе реберт. Ну, посмотрим, за сколько я смогу его сделать, да, ребят, смотрите. Первого убиваем, поскольку нам по 3000 дают, что ли? Ну-ка, подождите-ка. Да, по 3000 нам надо питомца одеть, ребят. Нам надо питомца на силу одеть. Давайте вот этого уберем и вот этого оденем. Вот этого даже уберем, ребят. Вот этого нам не нужен. Вот этого оставим. Все, и погнали. Поскольку по 7300 нам дают, ребят. И давайте посмотрим, за сколько я смогу сделать себе новенький реберт. Кстати, надо силу нам взять. А, ну все, нормально. У нас вот такая вот сила. Ну, они просто, смотрите, ваншотаются. И это, наверное, даже плохо, потому что... блин, да, у них на них заморозка не действует, ребят. Если бы действовала заморозка, то тогда нам бы давали сразу x3, x4. И вот это, конечно, значительный плюс. Давайте мы уберем с вами вот этих питомцев. Вот этого уберем. И давайте сейчас проверим. Ну-ка, вот сейчас, возможно, они будут замораживаться. Вот этот не заморозился. Давай, замораживайся. Этот не заморозился. Вот если заморозка будет прокатывать, ребят, мы гораздо быстрее с вами... Во, смотрите, сейчас брынь. И все, отличненько. Вот, еще один заморозился. Вот сейчас прокачка пойдет гораздо быстрее, ребят. Так что даже если мы с вами будем ваншотать их, это наоборот в минус мы будем уходить. Потому что, смотрите, так мы с двух ударов убиваем. И плюс еще нам дают x3 сверху, если он замораживается. Это очень классная прибавка, ребят. Поэтому мы ей не можем не пользоваться. Я не знаю, кстати, это баг или нет. Вот именно с заморозкой. Мне кажется, это такая, ну, такой бонус, что ли, вот именно так, этого пауэра. Ну, с этим пауэром ничего не сравнится. Он реально очень-очень круто дает прокачку. Так, ну-ка, ой, кто это там? Кто это? А чё он умирает, я не понял. Я взлетел слишком высоко. Я не понял, почему, но бекон почему-то умер. Там кто-то, чувак, все, понял. Чувак сюда забегает, ребята, и вместе со мной здесь прокачивается. Ну, давайте сейчас посмотрим, кстати, сколько мне надо на реберт. Так, ребертик. 2 миллиона, ребят, нам надо. Но, в принципе, смотрите, даже без бага я могу нормально прокачиваться и делать себе реберты. То есть, ребят, я не знаю, по поводу топа, вот кто багом в топ вошел по ребертам, я с разработчиком поговорю по поводу этого, ребят. Потому что все, кто сейчас находится в топе по ребертам, они это сделали с помощью бага. Возможно,
Можно как-то это все исправить и, например, сказать разработчику, чтобы он обнулил у всех реберты. Ну, не как, как обнулил, например, сделал 5 ребертов у всех, у кого было больше, например, 20. И вот даже у меня, ребят, если он мне так сделает, я буду, в принципе, рад. И, например, смотрите, если у меня сейчас 61 реберт, он сделает, например, мне 5, я буду не сильно расстроен, потому что это, ребята... Новый вызов, и мы с вами попробуем прокачаться и без бага попасть в топ. В принципе, я вот на такое согласен, я по поводу этого с ним поговорю, и он мне уже ответит свое решение. Потому что, ну, вот в таком состоянии сейчас доска топа, ребят, что реально все прокачались тупо багом, и они что, будут теперь вечно, что ли, там сидеть? Нет, я думаю, нет, надо этот вопрос как-то решить, но это решение будет последнее за разработчиком. Я ему, конечно, предложу, но мы вместе с вами потом посмотрим, что он решит. Ну и смотрите, ребят, у меня уже 1 300 000 почти, я здесь, наверное, нахожусь минутки 3-4-5, я не знаю, и я нехило прокачался, слушайте, почти 1 000 000 я сверху себе накинул, у меня было 600 вроде бы тысяч, и если с заморозочкой, ребят, смотрите, мы неплохо прокачиваемся, я вам скажу, смотрите, бац-бац-бац, и нормальная прокачка. Сейчас мы с вами так и дойдем до реберта, так что, ребят, вы смотрите. И без всяких багов можно смело, спокойно прокачивать свои реберты. Это, конечно, подольше, но зато это правильно. И, ну, как вы понимаете, что... Баг это такой себе. И вот реально за него могут забанить. Что он делает? Нифига, что он такой быстрый, я не понял. Вы видите, что с ним? Что с тобой, парень? Что с ним? Подождите-ка. Он умер, что ли? Его убило, походу, ребят. Его убило, да, вон он обратно бежит. Я уж испугался, я думал, он читер какой-то, смотрите. Не, он не читер. Он нормально... Или он летает? Он летает или нет, я не понял. Как он так быстро перемещается? Как он так быстро... Он читер, что ли? Смотрите, что он делает. Он читами, что ли, как-то пользуется или что, я не пойму. Как он так быстро, смотрите. Он перемещается быстро к беконам. Он умирает, конечно. Но он перемещается как-то странно, ребят. Не знаю. Что-то как-то под вопросом. Ну-ка, давайте посмотрим. Как ты будешь перемещаться? Ну-ка, багом или нет? Ой, не то что багом, а с читом или без чита. Мне кажется, как будто он использует чит, ребят. Вам так не кажется? Ну-ка, давай-ка еще. Вот, смотрите, что-то так быстро перемещается. Он перемещается к объектам, смотрите, как быстро. Ну-ка, ну-ка. Не, вот сейчас сам самостоятельно подбежал. А до этого он как-то перемещался, как будто его специально подводило туда. Смотрите, он подлетел. Ну, это ладно, это стандартная ситуация. Чего-то странно, я не знаю, может быть он читер, а может быть и нет. Ну, ребят, смотрите, я 1 000 000 себе уже прокачал. Не сказал бы я, что прям я долго так прокачивался. Но все-таки, ребята, смотрите, прокачка у нас довольно-таки быстро идет. Если бы у меня был, например, сейчас 30 ребертов, я бы уже, наверное, себе сделал новый реберт. Потому что, ну, с каждым ребертом вы же понимаете, что силы надо больше и больше. А так у меня 2 миллиона 135 сейчас надо. И смотрите, у нас совсем чуть-чуть остается, и я себе сделаю 62 реберт. Но я не знаю, делать ли его сейчас или не делать вообще. Но мне, конечно... Ой-ой-ой, лагает, что такое? Вот, 1 800 000 уже, ребят, 300 000 остается, не так много. Короче, ребят, вы знаете, как прокачиваться, я вам уже не в одном видео показывал, так что смотрите, ребят, не расстраивайтесь, кто не успел багом попользоваться, вот, смотрите, классный способ прокачки, одевайте питомцев хороших, берете заморозку и все, заморозка за вас все сделает, она настолько дает крутую прибавку к прокачке, что никакой баг нафиг не нужен. Вообще, смотрите, эта заморозка реально очень крутая, и она дает нехилую прибавку, смотрите, ребят. Ну, я одного убил, и мне сразу x3 еще плюс сверху дали. То есть, я одного убиваю, если он заморозился, это получается, как я 4 убил, ребят, смотрите. Бац, и плюс еще 3. Это очень классно. Так что, ребята, надеюсь, это не баг, и его не будут исправлять, и заморозка будет действовать так, как она сейчас действует. 2 миллиона, ребят, все, мы с вами почти сделали новенький реберт. Вы, кстати, не забывайте в комментариях писать, сколько у вас силы, сколько у вас ребертов. Ну и, конечно же, пишите в комментариях свои идеи для этой игры, потому что идеи сюда можно реализовать кучу просто. Я свои написал уже разработчику, ребят, ну просто, знаете, как пожелание. Ну и вы тоже пишите
напишите в комментариях, я обязательно ему передам, ребят. И мы вместе с вами посмотрим, может быть, какую-нибудь из ваших идей он реально реализует. Всем большущие, ребят, спасибо за просмотр. Я все, добрался до нового реберта и пока делать его не буду. Всем, ребят, удачи и до новых встреч. Пока-пока.